социального работникам оценили. В драматическом театре состоялась церемония награждения. В большом зале собрались и специалисты, и их подопечные. 600 ульяновцев с ограниченными возможностями здоровья посетили это мероприятие. Ко всем присутствующим обратилась зампред правительства Ольга Касимова. Особые слова благодарности прозвучали в адрес спортсменов-паралимпийцев. Паралимпийцы России и нашего региона доказали всему миру, что они великолепные спортсмены. Подтверждением этому стали многочисленные победы, кубки и золотые медали, привезенные с разных уголков земного шара. Лучших социальных работников наградили грамотами губернатора Ульяновской области. Воспитатель и педагог Наталья Деревянкина 8 лет работает в Центре реабилитации восхождения. Наталья Васильевна – автор одного из уникальных проектов. Она вместе со своими воспитанниками изготавливает книги для слабовидящих детей. Воспитатель призналась, она с детства мечтала помогать ребятам с непростой судьбой. Мне нравится работать, во-первых, с детьми. И я в свое время, когда была очень маленькая, мне было очень жалко вот таких ребятишек, у которых не было семей полных, да, которые ограничены в каких-то своих возможностях, которые дети, которые находятся в социально опасных семьях, мне их было очень жалко. И мне вот родилась такая идея, что я буду работать учителем, может быть, даже не воспитывать, а работать с такими ребятками, учить их творчеству. Мероприятие состояло не только из официальной части. Перед церемонией гости снимались в фотобудке и декоративной зоне, а после их ожидал спектакль по пьесе Островского. Виктория Черкова, Юрий Ломатов, новости Улправды ТВ.